Приветствую, уважаемые зрители. Сегодня хочу для вас выполнить open case. Вот у меня тут 100 штучек есть, их замечательных марсианских пород. И мы посмотрим с вами вообще, что можно выбить со 100 кейсов. Потрачено примерно 1500 рублей, чуть больше, там 1574. Получен 100 кейсов. И сегодня мы посмотрим, какие вообще могут быть шансы. Говорят, что за голду, с кейсов за голду выпадает больше, там больше подкручен шанс. Вот мы и посмотрим. Чтобы не тянуть время, для тех, кто смотрит, важнее же результат. Поэтому мы будем сразу с вами открывать по 10 кейсов и смотреть, окупимся или нет. Погнали. Первая десяточка полетела. Опа, ну неплохо. Вторая десятка полетела. Так, одна редкая руда есть. Напоминаю, 20 контейнеров открыт, всего одна редкая руда. Так, полетели дальше. Так, еще одна редкая руда. Эксперименталки очень хорошо сыпет. Едем дальше. Так, еще редкая руда. Ну и опять куча всякого хлама. Пока, если честно, ничего хорошего. Ну вот, вот это неплохо. Три контейнера, 400 тысяч кредитов и эксперименталочка. Половину прошли. Едем дальше. Так, ну тут печаленько все. Полтинник разменяли. Идем дальше. О, вот и смотри, как кредитов насыпает. Хорошо. Две редких руды. 70 позади. Так, ну это прям вообще кошмар. Так, дальше. Ух ты, вот это солиденько, нормально. Так, и последняя десяточка. О, отлично. Тут сейчас тоже неплохо насыпало. Так, итого нам выпало с вами 12 контейнеров со 100. Ну это при шансе 15% что-то очень дохло. Ну давайте по одному посмотрим. Повезет нам. Нет, 14 до гаранта. Может раньше выпадет. О, шлак. Спасибо. Так. Спасибо за говно. Спасибо за еще хуже говно. Да, ну вы сами все видите, это вообще позор просто. Так, о, полный капец. Ну вот вы видите, какие шансы, это вообще просто мусор. Да. Ну, мы сейчас с вами до гарантийки все-таки дойдем за голду. Голда нам все-таки падает какая-то. Ну, это вообще. Ну, смотрите, какой дроп. Это кошмар. Ну, еще более-менее. О, вот это уже неплохо. Вот это неплохо. На этом спасибо. Но за 10к голды я считаю, что это такое себе. Ну хотя, в принципе, мы все равно в окупе. Так что я думаю, очень даже неплохо. Так, ну сейчас мы добьем с вами. У нас еще тут немножко осталось кейсов. Ну, в принципе, о, вот это неплохо. Так, у нас с вами еще 4к голды. И мы тут с вами гуляем, ребят. Еще возьмем сейчас. Так, еще 25-ку откроем. Не будем тянуть, по 10. Так, ну такое себе. Еще десятка полетела. И ни одной редкой руды заметили. О, вот сейчас две сразу. Вот, кстати, по оборудованию тоже неплохо. И последняя пятерочка.
Так, ну еще две редких руды откроем. Я думаю, на этом будем заканчивать. Вы сами все видите примерно, какие шансы. Вот. Ну, чуть-чуть мы не дотягиваем еще до контейнеров. Ну, примерно вот такой вот результат. Я до этого еще открывал. Мне падала Випера. Мне падал Кари. Чифтейн. И вот сейчас упало двух стволов, считай. Примерно шансы вот такие. Сами решайте для себя, стоит оно того, не стоит. Ну, скажу так, что с бесплаток за серебро, ну, относительно бесплатно, мне ничего не падало нормально. А вот за голду вполне себе. Поэтому примерно результат вот такие.